Отличного результата добилась команда «Сибиряк» из Черногорска. Она стала победителем в своей категории. Позже решила побороться за звание абсолютного чемпиона, где завоевала второе место. Соревновались самые детские команды, поэтому играть было тяжко, признаются игроки. Часто случались травмы и падения, но парни держались достойно. Ну, тогда я падал, мне было неприятно. Я собирался с мыслями и играл. Медик подбежали, посмотрели, нет переломов, нет каких-то осложнений. Дальше настроил, сказал ему пару слез, ну даже слезинку, если он пустил. Ну, они такие, как мужики уже по характеру пашут. 125 групп боролись за звание лучших, но до финальных игр дошли только 30 команд. Маленькие футболисты считают, что для абсолютной победы им не хватило опыта, собранности и удачи. Играли с противником на равных. 10 раз пытались забить ворота, но соперники удары отбивали. А оппонент атаковал ворота 5 раз. И вот 4-0, говорят игроки. Даже смешные голы были. Он подбросил мяч, ну и прям в ворота залетел. Если вратарь пропустил, то вся команда считается виновата. И защита то, что пропустила. Следующий турнир пройдет в Томске. Парни уверены, что вернутся оттуда с абсолютной победой. Галина Сергиенко, Денис Тимирбулатов, новости, 7-й телеканал.